Прилетом. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Ты уже с капитаном сфотался? Да. Все. Давай. Добро пожаловать в Локо семью. Спасибо. Снова. Снова. С возвращением. Да, с возвращением будет. Рад. Давно не был в Новосибирске без снега. Было время немножко отдохнуть, эмоции, посмотреть, как это все было, зарядить эмоции на даче, чтобы как новые тренировки, новые игры, чтобы было получше. Заживляться волейбола 100% сейчас. Встретить команду и посмотреть, как дальше. Новосибирск как город хороший, красивый, но здесь для меня это, если не на лучшее, это одна из лучших клубов в мире. Задача всегда на уровне, чтобы медаль был. Для меня это за этого играю в волейбол. За этого я скучал немножко, правда сказать, с уважением всем. Но здесь сейчас новая команда тоже. Будем стараться, я первый буду стараться, чтобы от себя дать максимум. С уважением всем, но здесь лучшие болельщики в России, по-моему. Есть и у других, конечно, но здесь люди очень болеют сердцем. Каждую игру следит нас. В это время сейчас, надеюсь, тоже будет так. И вместе будем сделать хороший уровень волейбола и эмоции. Рад вернуться. Попробовать сделать, что сделали раньше. Период Локомотив. Let's keep it going.